Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Спрос на новые электромобили в России в первой половине этого года в сравнении с тем же периодом 2022 увеличился без малого в 3,5 раза. Всего за последние 6 месяцев наши соотечественники приобрели почти 4500 зеленых авто без пробега. Наиболее популярной моделью остается кроссовер Volkswagen ID.4, цены на который начинаются примерно от 4,5 миллионов рублей. На втором месте седан Evolute iPro, почти от 2 миллионов рублей с учетом скидки. Замыкает тройку лидеров Tesla модель Y со стартовым ценником почти 8 миллионов рублей. Трасса 101. Официальный модельный ряд Havail в России расширился за счет среднеразмерного кроссовера M6. Автомобиль, оснащенный механической коробкой передач, обойдется минимум в 1 949 тысяч рублей. За версию с роботом придется заплатить от 2 099 тысяч. Машина приводится в движение 143-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, объем багажника чуть более 800 литров. В пакет электронных ассистентов входят, к примеру, круиз-контроль, система помощи при торможении, система контроля устойчивости, система помощи подъема в гору и спуска. Трасса 101. Оптимальный срок владения автомобилем в России – 4-5 лет. Так считают большинство участников опроса, проведенного компанией «Открытие авто». Каждый 10-й респондент предпочитает менять машину раз в 2-3 года. Каждый 100-й может позволить себе делать это ежегодно. Около 20% участников исследования собираются пользоваться личным автомобилем до победного, то есть пока он не выработает ресурс. Трасса 101. Иранская компания Saipa раскрыла технические характеристики седана «Шахин» для России. Стоимость и начало поставок автомобиля в нашу страну пока неизвестны. Весной этого года говорилось о том, что модель может официально появиться у нас в начале лета. Машина будет оснащаться либо 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадей, либо 111-сильным атмосферным агрегатом объемом 1,6. Трансмиссия в первом случае – вариатор, во втором – автомат. В перечне оборудования есть круиз-контроль, люк, мультимедиа, парктроники, подогрев сидений. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».